Яков Ильич, вот об этой конференции, посвященной наследию Карла Маркса, я узнал из вашего блога. Скажите, пожалуйста, вот вы разделяете ли учение Маркса и в каких его положениях? Отчуждение, эксплуатация, классовая борьба? Я разделяю учение Карла Маркса наполовину, о чем завтра будет мой доклад. Я считаю, что Маркс был во многом прав и во многом не прав. А в чем прав? Что касается критики капитализма, включая социальное и экономическое неравенство, включая соответствующие последствия этого неравенства. Вот, там, так что в этой части я считаю, что он прав. А его надежды на коммунизм, на социализм – это утопия. Это утопия. Ну, каждому из нас хочется, мне, может быть, когда-то в детстве хотелось рассчитывать, что все будет хорошо и замечательно. Сейчас я понимаю, что это абсолютная утопия, что никогда человечество не построит вот такое общество равенства, свободы и так далее и тому подобное. Вот, ну вот в этом он был неправ. А какая проблема, на ваш взгляд, идея Карла Маркса наиболее сейчас злободневная? Все та же, с моей точки зрения, экономическое неравенство и последствия экономического неравенства. Ну, эксплуатация, может быть, громкое слово, но в разных странах по-разному. Отчуждение, да. Вот, но в основном это экономическое неравенство, которое возрастает и выросло до таких размеров, о которых Маркс даже представить себе не мог. Если сегодня 1% населения Земли владеет 52%, уже 54% всех богатств, а Россия впереди планеты всей, мы занимаем первое место по экономическому неравенству, у нас 1% населения владеет 74% долями всех богатств, остальное нищая страна абсолютно. Вот. Ну вот, прав был Карл Маркс в этом. Так, уважаемые коллеги, я прошу прощения. Дело в том, что я не социолог, не экономист, не философ и выступаю здесь в качестве профана. Ну и, соответственно, мое выступление будет носить такой вот характер. Ну, кто не знает меня, я уголовник, так чтобы было понятно. Значит, не преуменьшайте. Вы руководили сектором. Вот видите, в качестве... Значит, я несколько слов скажу о том, с моей точки зрения, в чем был прав Карл Маркс, в чем он ошибался. Ну, эпиграф здесь тоже совершенно понятно. В чем прав был Маркс? Он показал, и вся дальнейшая история подтвердила, что с капитализмом это не очень хорошо. И его жесткая критика капитализма и, прежде всего, экономического неравенства. Ой. Ну, вот эта цитата, я ее часто привожу. «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но пока окружающие его дома точно так же малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размера жалкой хижины и так далее. И с вашего позволения маленький кейс, поскольку социологи любят кейсы. Ваш покорный слуга, значит, до войны, во время войны, после войны, ваш лет 20, ваш покорный слуга жил вот в этом доме, вот напротив, Старая Красноармейская, 22, квартира 5, двор лево, второй этаж. Мы жили в трехкомнатной квартире, нас было 6 человек. Потом, правда, умерла бабушка, но зато я женился и появилась дочь, нас стало 7 человек. В трехкомнатной квартире мы были счастливы. Почему? Потому что это была не коммунальная квартира. И когда в 9-10 классе мы собирались, мальчишки, по какому-нибудь поводу, а иногда даже приглашали девочек из дружественной школы, потому что занятия были раздельные, то всегда собирались у меня. Я был единственный ученик в классе, который жил не в коммунальной квартире. Прошло много десятилетий, я сейчас так тоже живу в трехкомнатной квартире, правда, не здесь. Живу вдвоем с женой, казалось бы. Но дело в том, что напротив нас, через дорогу, через Выборгское шоссе, появились дворцы наших миллионеров и миллиардеров. И моя трехкомнатная квартирка на двоих съежилась до размера маленькой хижины. Что было подтверждено очень известным немецким журналистом Ротом, который изучал нашу организованную преступность, бывал у меня. И незадолго перед смертью он умер, он прислал мне свою очередную книгу, в которой, между прочим, говорилось: «Я беседую с профессором Гелинским в его маленькой квартирке на окраине Петербурга». Все по Марксу.
Ну вот видите, здесь будет много цитат из Маркса, я не буду их специально особенно читать, ну так несколько. На место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств, чувство обладания, капитализм. При господстве буржуазии индивиды представляются более свободными, чем они были прежде. В действительности же они, конечно, менее свободны, ибо более подчинены вещественной силе. И вообще, чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество, тем больше твоя отчужденная жизнь, тем больше ты накапливаешь своей отчужденной сущности. От Маркса я сделаю шаг к нашему современному миру, к обществу постмодерна. Общество постмодерна, оно же общество потребление, консюмеризм как одно из свойств нашего современного общества постмодерна. Лозунги «все на продажу», разве я этого недостойна? Престижное потребление, эстетизация повседневной жизни, распространение рынка на все сферы услуг, начиная от сексуальных услуг, кончая шопингом и так далее и тому подобное. Вот тут уже социолог, один из крупнейших социологов современности, Уоллер Стайн. Капиталистический мир вступил в свой терминальный системный кризис. Славик Жижек, социальный философ, скажем так, он демонстрирует фактически завершенный раскол мира на два полюса. Новый глобальный класс, который имеет все, и остальные, большинство исключенных, не имеющих никаких шансов подняться до этих новых глобальных граждан. Надо сказать, что разделение людей во всем мире и в каждой стране на включенных и исключенных – это особенность нашей современной жизни. Все население делится на включенных в активную экономическую, социальную, политическую, культурную жизнь и исключенных из активной экономической, политической, социальной, культурной жизни. Кстати, вот эти исключенные, это уже ближе к моей профессии, составляют основную социальную базу преступности, алкоголизации, наркотизации, суицида и так далее и тому подобное. Кое-что мы с вами посмотрим. Можно отмахнуться от трудов Жижика, он, кстати, ближе к коммунистическим взглядам. Вот. Но, тем не менее, катастрофического масштаба социально-экономическое неравенство приводит даже в демократических странах, даже в относительно благополучных странах, к митингам, к протестам, к движению Occupy Wall Street, движение среднего класса, которое тоже сокращается, в том числе часть из среднего класса попадает в число исключенных. Ну вот это некоторая демонстрация сегодняшняя. В 2015 году впервые население, 1% населения Земли стал владеть половиной всех богатств. А в 2016 году 1% населения Земли владеет 52% всех богатств. А Россия впереди планеты всей, мы занимаем первое место в мире по экономическому неравенству. 1% нашего населения владеет 74% всех богатств. Ну, на втором месте Индия, потом Индонезия и другие страны. Если брать 10% населения, то наши 10% населения владеют 84% всех благ. Это данные Росстата, к сожалению, в 2011 году, после 2011 года Росстат стал стесняться, перестал публиковать официальные данные в той ситуации, в которой мы находимся. Ну вот если тут вы сложите нищих, абсолютно нищих, бедных и так далее, вы получите, что у нас в стране 41% нищих, почти 50% бедных, 8,5% состоятельных, это очевидно мы с вами, те, кто находится в зале. Ну и, наконец-то, 0,7% богатых, в руках которых, повторюсь, порядка 70% всех богатств в нашей стране. Но это влияет экономическое неравенство, один из важнейших криминогенных, суицидогенных, алкогенных, наркогенных и тому подобных факторов. Это пока исследование было только за 10 лет профессора Алькова. Посмотрите, индекс Джини, экономический показатель неравенства, да?
90-й год. За 10 лет минимальный индекс Джини, минимальное количество убийств, минимальное количество самоубийств. 94-й год. За 10 лет максимальный индекс Джини, максимальное количество убийств, максимальное количество самоубийств. Ну, 10 лет, вы скажете, это же не очень показательно. Значит, его ученик Скифский Иван Сергеевич за 25 лет исследовал динамику различных процессов в нашей стране, в том числе преступность, тяжкие насильственные преступления, вот здесь у нас убийства будут, индекс Джини, коэффициент корреляции 0,94, это железная связь между экономическим неравенством и убийствами как самым тяжким преступлением. Ну, это исследование. А что, о чем говорит статистика, наша обычная полицейская статистика? А вот о чем. Вот, говоря о социально-демографическом составе населения, помимо гендерных, возрастных, так сказать, особенностей и так далее, наша полиция выделяет так называемые лица без постоянного источника дохода. Ну, как правило, это исключенные, это синоним исключенных. Вот вы посмотрите, 80-е годы. Доля исключенных среди всех преступников в стране была в плюс-минус 12%. А к 96-му году эта доля достигла 50%. А последние годы эта доля достигает 65-66%. А по убийствам и изнасилованиям 72-75%. Это исключенные, это основная база преступности, самоубийств, алкоголизации, наркотизации и так далее. Есть и другие позитивные моменты в трудах Карла Маркса. Мера богатства – свободное время, роль свободного времени. Разделение труда, профессионализация приводит иногда к профессиональному идиотизму. Простите меня, уважаемые коллеги. Это Маркс говорил, это не я. А вот в чем Маркс ошибался? С моей точки зрения, Маркс ошибался в надежде на коммунистическое общество. Конечно, каждый из нас мечтает о том, что кончатся наши ужасные времена и наступит рай на земле. Человечество построит замечательное общество равных, свободных людей и так далее и тому подобное. Маркс писал, положительное упразднение частной собственности, как присвоение человеческой жизни, есть положительное упразднение всякого отчуждения. То есть возвращение человека из религии, семьи, государства к своему человеческому общественному бытию. Кризис, который кончится уничтожением капитализма и возвращением современного общества к высшей форме наиболее архаического типа, коллективному производству и коллективному присвоению. С уничтожением классовых различий, само собой, исчезнет всякое вытекающее из них социальное и политическое неравенство. Ну, рай на земле. И, наконец, значит, я не буду длинную цитату читать, одним словом, каждый по способности, каждому по потребностям, лозунг коммунизма. Конечно, социализму не повезло с Россией. Социалистическая революция в России, в стране, абсолютно не приспособлена, не пригодна для вот такого перехода от недокапитализма к недосоциализму. Конечно, не повезло Марксовым идеям, но все дело в том, что шведский социализм очень хороший, долго ли он просуществовал. А как быть с островом свободных в социалистической Кубе? А как сегодня обстоят дела со строительством социализма в Венесуэле, где положение гораздо хуже, чем в России, что не часто бывает в современном мире? В одной из своих работ я писал, мечтать о прекрасном новом мире можно сколько угодно. Утопий было немало, но что-то ни одна из них не реализовалась. И реализоваться, в принципе, не может. Род человеческий не допустит свободы, равенства и братства. Воевать, уничтожать тысячи и миллионы себе подобных – это, пожалуйста, это вся история человечества от каменного топора к ядерному оружию, вот это путь человечества. Я не одинок. Как пишет Пригожин, справедливость на земле невозможна, хотя бы потому, что она очень партийна. То, что справедливо для одних, ужасающе несправедливо для других. Сегодня воюют правые и левые. Каждый из них хочет уничтожить противника. Ну и
Может быть, мне не надо было говорить это в этой аудитории, но я много об этом пишу, много говорю, так и быть, повторюсь здесь. С моей точки зрения, скорее всего, человечество погибнет в результате омницида, ядерного или экологического, или космологического. Сейчас, правда, мы находимся в некой бифракационной точке, которая трудно сказать, трудно предсказать, что нас реально ждет в ближайшее время. Но опять... Ну вот я пишу, ядерный пепел становится все больше реальностью, тем более, что и правые, и левые жаждут насилием изменить мир. Опять же, я не одинок. Стивен Хокинг сказал 9 марта, за 5 дней до своей смерти, это было его предсмертное завещание, хотя он, думаю, не знал, что через 5 дней его не станет. Человечество стоит на пороге глобальной катастрофы и вскоре может исчезнуть из-за ядерной войны или антропогенной катастрофы. Я закончил. Такой печальный конец нам грозит из-за агрессии, которая присуща всем людям. Итак, с капитализмом все ясно. С социализмом, по-моему, тоже все ясно. И, честно говоря, с Россией мне все ясно. Спасибо за терпение. И, пожалуйста, вопросы. Да. Вот мне не ясно с постмодернизмом. То есть, если под модерном понимать, что ускоренное развитие науки, научно-технический прогресс, борьбу идеологий, партий, сильное государство национальное, расцвет капитализма. Вот что из этого кончилось? Какие есть основания говорить, что модерн кончился и какой-то наступил постмодерн, который, на мой взгляд, просто фикция? Да, ну с вашей точки зрения так. С моей точки зрения, мы живем в обществе постмодерна, или постклассическом, или постиндустриальном, или постсовременном, примерно с 60-х, началось вхождение в новый мир постмодерна примерно в 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Общество постмодерна обладает целым рядом специфических невиданных особенностей в виде, помимо реального мира, виртуализация мира, мы живем в двух различных мирах одновременно, в реальном и виртуальном. Происходит фрагментаризация мира, когда любое общество разделено на фрагменты, и у каждого фрагмента свои представления о должном и недолжном, о правильном, неправильном, о дозволенном и недозволенном. Смотрите мою книгу-монографию «Девиантность в обществе постмодерна». Я раскладываю по полочкам все, что касается современного общества постмодерна, очень много пишу об этом. Яков Ильич, вот мы с вами много занимались изучением преступности при социализме, потом, значит, вот теперь при нынешнем капитализме. Вы часто повторяете «оба хуже». Ну, все-таки... Я повторяю товарища Сталина. Да, я понимаю это. Но все-таки вот оба хуже, но все-таки где была какая-то надежда, все-таки какой-то просвет? О надежде в свое время было сказано: оставь надежду всяк сюда входящий. Ну, конечно, сегодняшний капитализм в хороших странах европейских лучше, чем социализм, так называемый социализм в Советском Союзе, мы можем об этом говорить, но в действительности общество и сегодняшнее общество, современный мир находится в достаточно сложном положении, и... Мне трудно сказать, что будет, и не только мне, потому что как раз одна из особенностей общества постмодерна – это непредсказуемость, это неопределенность нашего сегодняшнего бытия. И изучая отдельный процесс, включая преступность, я мог точно сказать, как будет развиваться преступность там, в течение продолжительного времени, потом как развивается сейчас, а вот сказать, что будет на будущий год, я не знаю, потому что мы живем в непредсказуемом мире, в мире постмодерна. Так, спасибо, пожалуйста. Короткая реплика в плане выражения несогласия с концептом капитализма. Прошу прощения, коммунизма. Дело в чем? В немецкой идеологии Маркс пишет: коммунизм – это не идея. Коммунизм – это действительно историческое движение.
А именно, вот любая ситуация, простейшая ситуация, вот человек влюбляется, и эта женщина, замужем, она, ну, условно говоря, низкосоциально статусная, это всем, всем, в общем, понятно. И в-третьих, у нее там отец инвалид, и она вынуждена будет до конца там Он влюбляется, и с ней, ну, да, это происходит. Это коммунистическое отношение. Студенты, которые живут и не закрывают, и я сам так жил, не закрывают комнаты, потому что незачем закрывать комнаты. У нас в физмашколе, например, в Новосибирском академгородке не закрывались комнаты в общежитии вообще. А люди были объединены другим, и можно было... Это вот мир таков, что и что Маркс увидел. Да, где-то это не определяющие пока отношения. Эти ростки и элементы коммунизма, они есть, и они с каждым, согласно Марксу, с каждым, ну, в ходе исторического процесса они нарастают. И в этом плане я целиком согласен там с идеей, с вашим тезисом об идее коммунизма. Но нужно помнить, что понятие коммунизма, ну, как минимум два этих разных смысла имеет. Спасибо. Спасибо. Ну, мне нечего возразить, это ваша точка зрения, ваша позиция. Я не думаю, чтобы самые хорошие, добрые отношения между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, как-то хорошие отношения как-то подтверждали бы саму концепцию коммунистического общества, которое будет построено. Мне кажется, это разные вещи. Николай Ильич, тогда с моей стороны тоже будет вопрос. А не могли бы вы чуть подробнее прояснить, как мне показалось, ключевой тезис о том, что человечество никогда не позволит построить общество добра и справедливости? Это какое-то препятствие, коренящееся в самой человеческой природе, и да, результат социальных воздействий, каких-то социальных факторов, и на чем основано? Это просто жизненное убеждение, обобщение исторического опыта. Откуда этот тезис появился? Да. Я боюсь, что это вот произошло в свое время, когда появился первобытный человек в первобытном обществе, стали меняться, это проблемы биологов, проблемы, там, не знаю, зоологов или что. То есть, скорее, это логически. В животном мире, представители одного, среди представителей одного вида там нету взаимоуничтожающей, так сказать, борьбы. Когда дерутся два волка, и один из них побеждает, то побеждаемый подставляет глотку под клыки, и схватка немедленно прекращается. А вот когда археологи уже у первобытных людей обнаружили там скопление черепов с пробитыми этими самыми топорами, что-то произошло, произошел какой-то слом. Об этом, может быть, у Поршнева, может быть, скорее можно прочитать. Я здесь не специалист. Более подробно я об этом пишу, достаточно, мое представление я пишу в книжке «Социальное насилие», второе издание вышло в прошлом году, в 2017, где я подробно пытаюсь ответить на вопросы. Маленькое замечание. Известный случай зафиксирован, когда группа шимпанзе в течение месяцев и лет систематически уничтожала другую группу шимпанзе. Да, такие случаи бывают. Точно так же, как среди людей, бывают случаи, когда не уничтожают, а очень хорошо между собой существуют. Речь идет о тенденциях определенных. Но в целом верно. О тенденциях. Такой жестокости больше нигде нет. Это верно. Взаимное уничтожение. Ну, любой животный мир самоуничтожился бы, если бы происходило бы то, что происходит в обществе людей. Единственное, что, наверное, надо еще учитывать такой момент. Одно дело модели поведения, которые происходят в условиях ресурсных ограничений, а другое дело Маркс, его принципиальная трактовка второй фазы, собственно, коммунистической фазы. Люди гибнут за металл. Как принципиально бездефицитного. Оно наступит лишь только тогда, когда все жизнеобеспечивающие ресурсы польются широким потоком, проблема дефицита и отойдет в прошлое, не раньше.
Может быть, в новой ситуации модели поведения смогут как-то принципиально измениться? Ну, надежда, конечно, умирает последней. Ходят слухи. Ясно. Спасибо большое. Какие-то еще вопросы, может быть, будут? А? Если нет, то тогда мы Якова Ильича поблагодарим. Спасибо большое за интересное.